записки из глубинки отправляются в Венгрию. И мы находимся в столице этой страны, Будапеште. Перед нами открывается прекраснейший вид на одну из самых красивейших рек мира – Дунай. Дунай делит этот город на две части – Буду и Пешт. И как всегда, цель нашей поездки – знакомство с православными традициями, а главное – с людьми. Господь подарил нам хорошую безоблачную погоду. Оттого пребывание в Венгрии не было омрачено серыми красками. И мы получили благодать Божию и эстетическое удовольствие от знакомства с ее столицей. Первый раз. Необыкновенная страна. Чудесные люди. Православие, молитва вместе с правящим архиереем митрополитом Марком. Под бездонным голубым небом нежится красавец Будапешт. Восседают гордые львы, отражают солнечный свет многочисленные фонари, отливают благородной зеленью бесчисленные памятники, выгибают спины мосты через Дунай, украшают берега, дворцы и церкви. Все это Будапешт. Самое-самое положительное впечатление в этой стране. Ну и архитектура. Архитектура зданий, строений, скульптуры, памятники. Замечательная страна. Мы успели насладиться лишь небольшой частью этой красоты. Познакомиться с удивительными людьми, приоткрыть завесу истории развития православной культуры этой западноевропейской страны. Ну а Будапешт – это особый город, особый дух. Мосты Будапешта, соединяющие два берега Дуная, словно символ единства двух народов – русских и венгров. Соединили они и нас, прибывших из Центральной России, на несколько дней с митрополитом Будапештским и венгерским Марком, в России известного как управляющего Рязанской епархии. Господи, воздвигни силу Твою и приди воеже спасти нас. Венгрия выделяется среди своих западноевропейских сестер прежде всего тем, что ее современная территория была занята кочевыми племенами венгров в ходе переселения в 896 году. Венгерские племена изначально были язычниками, но уже в IX веке на своем продвижении с Северного Кавказа они встречались с христианскими проповедниками. Так, в 860 году группа венгров, находившихся в Херсонесе, слушала проповеди святого Константина, Кирилла. В 880 году с венграми встречался святой Мефодий. Свое влияние должны были оказать на венгров также и покоренные на территории будущей Венгрии христиане-славяне. На этот факт указывает то, что до настоящего времени в венгерском языке сохранились такие славянские по своему происхождению слова, как «керест» – «крест», и «барат» – «брат». Они близки нам именно по духу, да, хотя язык очень трудный, но за счет того, что важно, они же сибиряки. То есть венгры, они же пришли, они это помнят, да, они оттуда пришли, из Сибири, из-за Урала, да. Вот. Ну, потом разделились сейчас на север, сейчас сюда, и здесь вот они по нонии, значит, у них обретение родины, значит, там, в первом, в конце первого тысячелетия. Вот. Но они не близки нам действительно, хотя язык совсем такой далекий, но очень близки по духу. То есть вот это такая открытость, широта, вот такая какая-то. Такая доброта, горячность такая, но оно все очень близко. Первый
первая половина X века прошла в постоянных набегах венгров на Западную Европу и Византию. После ряда сокрушительных поражений вождям венгров пришлось искать пути примирения. Отношения начали налаживаться как с Византийской империей, так и с германскими княжествами, а также с папским престолом. К середине X века венгры стали искать союза с Византией, был заключен мир, и венгерские вожди крестились в Константинополе. Началась систематическая проповедь Восточной христианской церкви на территории Венгрии. Да, непонятно ни одного слова, так сказать. Это, то есть, если в других языках вот там есть какие-то, вот, ну, приезжаешь, ты там увидишь, там где-то там касса, там, допустим, там, бизнес, фото, там, не знаю, там, кино, все, что ведешь, как, по крайней мере, ресторан, да, то есть ты сориентируешься. В Венгрии нет, все свои слова. Сказать, да, не касса, пенстар, да, не, сказать, не ресторан, это кино, музей, все, все свое, так сказать, это, они вот в этом плане, то есть вот у них вот держаться за свое, свои традиции, это вот у них настолько глубоко, и они благодаря этому, кстати, тысячи лет народ, они как бы вклинились между немецкими и славянскими странами и племенами, тысячи лет и... Протоиерей Николай Ким. Интересный собеседник. Ему есть чем поделиться и что рассказать о становлении православия в Венгрии. Удивительно, что, сочетая в себе русско-корейское происхождение, он настолько сроднился с Венгрией, и эта искрящаяся любовь передается сразу же после нескольких минут общения с ним. Отец Николай – настоятель Хевицкого прихода в честь иконы «Живоносный источник». Туда мы не попали, но Бог даст, если будет на то его святая воля, то окажемся когда-нибудь и там. И познакомимся с ним поближе. Настолько вот это ценят и дорожат свои, так сказать, традиции, языком, все. И это вот это стремление, да, вот к своему самобытности, своему суверенитету, самостоятельности, оно очень ценное. Вот это. Вот. И это тоже, кстати, вот, тоже нас объединяет, почему мы так. Да, венгры интересные, очень интересные, ну, своеобразные, сильные и уже способный, талантливый народ, культурный. То есть здесь и, так сказать, музыка, и живопись, то есть это одна из таких культурообразующих наций европейских. Под звуки чудесной музыки Ференца Листа и Ирмы Кальмана мы наслаждались чудесной и неожиданной встречей с этой страной. Россия! Знакомство с вечерним Будапештом произошло в первый день нашего пребывания в этом городе. Городе, где проживает 2 миллиона человек, то есть 1/5 населения страны. Будапешт – центр политической власти, финансов, культуры, важнейший транспортный узел. Недаром его называют «жемчужиной Дуная». Величественные здания, протяженные изогнутые мосты, многообразие стилей обычных домов и магазинов, кулинарных лавок поразят ваше воображение, как поразили наши. Здесь дома в стиле модерн, есть классика и неоготика. Все окутано чудесными нотами, фасадами, необычными окнами и витиеватыми ограждениями на балконах, многообразием лепнины. Венгры никогда не унывали после многочисленных войн, каждый раз заново восстанавливали Будапешт с искренней любовью. Оттого, наверное, город заполнен великолепной архитектурой. Так что ценителям прекрасного невозможно пройти мимо этой красоты.
На рассвете каждого нового дня в этом красивом городе перед утренним богослужением владыка Марк отправлялся на прогулку по его улицам по берегам Дуная, чтобы запечатлеть на свой фотоаппарат прекрасные моменты встречи с живым и дышащим красотой и благолепием городом. Восход – время нового дня, время нового служения, время новых встреч и новой любви. Всего 4 дня, но за этот короткий промежуток мы успели полюбить страну. Итак, в воскресенье 29 сентября владыка возглавил свою первую божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Будапешта в качестве управляющего венгерской епархии. Владыке сослужили клирик собора, протерей Иштван Мадьяр, настоятель Хевельского прихода в честь иконы «Живоносный источник», протерей Николай Ким, благочинный первого Михайловского округа Рязанской епархии, протерей Сергий Арсентьев, настоятель прихода в честь Святой Троицы, иерей Дмитрий Корнилов, помощник правящего архиерея, священник Свято-Троицкого прихода, иерей Святослав Пулах, протоиерей Николай Дадани, диакон Владимир Чепыжов. Православному за границей чувствуется. Вы знаете, прекрасно. Прекрасно в том плане, что мы не чувствуем, что мы обделены в богослужениях. У нас прекрасный храм, Дом Божий. Мне кажется, для человека, который действительно идет к Богу и действительно верующий, ему не нужно ничего больше, кроме того, чтобы был храм, был батюшка, которому можно исповедовать грехи, который его смог причастить, а все ведь остальное от человека зависит. А если он хочет Господа найти, он его найдет, он его будет искать, безусловно. Где бы он ни был, в Венгрии, в Германии или где-то, он будет его искать, и он попадет в нужное место всегда. Так что... Пути Господни ведут в храм Божий, так и мы. Я не знаю, как можно объяснить, как Господь все вот устрояет, это что вот и служба идет вот так благостно, и никто никому не мешает, перетекает русская речь венгерская, тут же греческие распевы, и все это уместно, и все это так красиво, и сердце поет. Татьяна Корюкова, в Венгрии с 1985 года. В храме Успения Божией Матери с начала рождения русского прихода во имя Святой Троицы. Встреча с ней, как и с Венгрией, подарила вдохновение. Мы уже отправили сюда служить, вот. А потом, так как мы выезжали на тот момент из Молдавии, там начались события вот эти военные. Вот. И мы как попали в политическое убежище, как бы попросили. Тут родилась вот младшая дочка моя, и так мы и остались здесь. Прикипели. Слава Богу за все и за то, что Он дает нам возможность не замыкаться на себе в своем узком мире, ограниченном определенным пространством. Он дает возможность увидеть, насколько мир Божий многообразен. А главное, Господь дарит нам встречи, показывая, что Его люди живут во всех уголках земли, и обо всех Он заботится, желая им спасения, помогает идти тернистым путем своей славы.
национальность, это ничего не значит. Вот какой ты сам человек, так вот, наверное, и к тебе будут относиться. И все будут тебя считать Божьим человеком. Без национальности. Неважно, какой ты. И самое интересное, что уже я-то давно прихожанка и давно уже еще в младенчестве крещенная, но в хор поставили его сначала, потому что хор тоже собирали вот так. Владыка Павел сначала пел, потом еще какие-то непрофессиональные регенты были. Когда уже появилась профессиональная регент, она собрала всех мужчин-прихожан и говорит: вы будете петь басами. И все, да. И нету опела. И все мальчики наши стройника стали. Я помню, стали. Как он спросил меня. А я еще после этого, наверное, через 4 года только пришла. А кем вы работаете? Я говорю, я инженер-металлург. Ничего, будете петь. И все, и поставлю. И получается вроде ничего. Сейчас уже ну, вы слышали, наверное, его, наше да. пение, слава Богу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вы русская, да? Да. А вы венгр. Хенгер, да. В 72-м году начали учиться, в 75-м мы расписались в Беларуси. Иштван и Людмила Сендрей. Православная семья. Он венгр, она русская. Но путь православной вере Иштвана, по-русски Стефана, был тернистым. Так как он был крещен нормально, в общем-то, по полному, вернее, по католическому чину. И вот довели его до православия. Для меня это была такая неожиданность. Но перед этим я хочу только одну вещь сказать. Что самое интересное, что я перед этим была в большой паломнической поездке в России. И, возможно, даже это еще было, когда в Рязани мы были. И вот что вы думаете? Я постоянно молилась о том, что ну как это так? Я за всех подаю записки. Единственный человек, самый мне близкий. А мы уже к тому времени были обвенчаны. Он как католик был обвенчан со мной вот в православном храме. И не могу подать за родного человека записку. И у Петра и Февронии молилась. И везде, у всех святых. И приезжаю через совершенно короткий срок. Он мне сообщает, что приходи в храм. Это чудо было. Если его супруга Людмила всем сердцем приняла истинного Бога и молилась о том, чтобы и Иштван принял православие, то внутренние очи супруга открывались по мере восхождения по духовной лестнице Людмилы, его подруги жизни, данной Богом. Повезло первое, но еще бывший Советский Союз, повезло, что я стал очень близко с православной церковью. Это люди русские, душа, гостеприимность вот вообще людей. Ну и, конечно, жена и семья. И потом уже люди, которые тут служат в церкви. Мы познакомились и подружились с Людмилой и ее супругом, носящим имя самого почитаемого в Венгрии святого короля Иштвана – Стефана. И надо бы начать рассказ о венгерских святых с этого святого. Но, исследуя хронологию событий нашего пребывания на венгерской земле, хотя последовательность не всегда соблюдается, первой святой, о которой расскажем вам, будет женщина. И узнал я о ней совершенно случайно от моей новой знакомой венгерки Марты Варга. Ее зовут Пирожка по-венгерски, потому что она королева венгерская была. Ласло первого короля венгерского. И вышла замужем в Константинополь. Но все, что... Наше знакомство с Мартой произошло совершенно неожиданно. Она подошла ко мне в храме и преподнесла небольшую бумажную иконку венгерской святой пирожки Ирины Ксении, добавив важные слова, что эта святая покровительствует женщинам, и по ее святым молитвам они служат Богу, помогая мужчинам совершать большие дела в его славу. В различных источниках дается скромное жизнеописание преподобной Ирины, но из него можно сделать вывод о подвижнической жизни святой. Итак,
преподобная Ксения, в миру Ирина Пирожка, императрица венгерская, родилась в 1088 году в Эстергоме в семье короля Владислава I венгерского и Аделаиды Швабской. Уже в 1090 году лишилась матери, и в 1095 году скончался ее отец. Венгерский трон наследовал Коломан в качестве опекуна осиротевшей принцессы. Стремясь улучшить отношения с Византийской империей, он выдал Пирожку замуж за сына правящего императора Иоанна, который был уже соправителем с 1092 года и являлся наследником царского престола. Несмотря на нежелание принцессы, свадьба состоялась в 1104 году. Вместе со вступлением в брак венгерская принцесса приняла православие и была наречена Ириной. Поселившись при дворе в Константинополе, Ирина вела тихую и благочестивую жизнь, не вмешиваясь в политику даже после того, как ее супруг стал императором в 1118 году. Царица отдавала много времени воспитанию своих 8 детей. Она не отворачивалась от нуждающихся и опекала венгерских паломников в Святую Землю. Вместе с императором Иоанном она основала в Константинополе храм и монастырь Спаса Вседержителя. И там очень сильная работа сделала. Родилась 8 лет, это ее женская роль исполнила. А потом сделала, создала монастырь Пантократор. Хорошо, чтобы на Венгрии, на территории Венгрии одна икона будет в этом храме. Это венгерская святыня, которая, это по моему мнению, сохраняет женщин и благословляет работу женщины, потому что она сама была такой пример, кто создал и монастырь, и церковь, и больницу, и всех. Надо сказать, что венгерская земля подарила неожиданные теплые встречи, которые до сих пор воспроизводит добрая память, согревая сердце и укрепляя в православной вере. Ворго. Ворго. Это Марфа по-русски, и по-венгерски Марта. Это фамилия Варга. Это абсолютно чистое венгерское имя. Я перешла на православную веру 42 года назад. Меня в России учили на православию, и отец Ферис, кто был здесь венгерский протопресвитер, от него очень многому училась. Сейчас в его память я создала фонд, называется «Византийские источники». Это венгерский православный фонд или ассоциация, это все равно. И я пытаюсь сейчас перерабатывать его работы, потому что как один отец протопресвитер, отец Владимир Диваков, наверное, вы знаете его, он сказал, что отец Ферис, он венгерский Кирилл и Мефод. И как я венгерка, но мы мало, я пытаюсь его произведения, его книги сохранить и поставить на интернет. Могу распространять православие на венгерском языке, потому что мало у нас литературы. И существует радио «Мария», это католический канал, но мы там распространяем и православие. Какие вы молодцы, спасибо вас, Господи, на католическом канале? Да, да, это Владыка Марк, когда мы начали этот работу, это 6 лет назад, с отцом Стефаном, мы там сделаем эти передачи.
Марта – активная прихожанка венгерского прихода Успенского кафедрального собора. Думаю, не будет лишним вспомнить, что особенностью Будапештского Успенского кафедрального собора является то, что в нем соседствуют два прихода – венгерский в честь Успения Пресвятой Богородицы и русский в честь Святой Троицы, и богослужения совершаются по двум церковным календарям. И получается очень красиво на самом деле, что какая-то взаимная любовь у нас под одной крышей. Получается многонациональность, многонациональные приходы получается. И это очень умное решение было. И у нас два прихода под одной крышей. Иерей Дмитрий Корнилов мечтал стать летчиком, а стал священнослужителем Русской Православной Церкви. Подробности этой истории вы можете услышать в следующем фильме. Впереди находимся, и поэтому у нас большая ответственность, конечно же, ложится на наши плечи, на плечи священников. Нас не так много здесь, в Венгрии. А наш приход, он не такой, может быть, старый. А также вы узнаете, чем и как живет русский приход в центре столицы Венгрии, и познакомимся с настоятелем венгерского прихода Успения Божией Матери протоиереем Иштваном Мадьяром, который является старшим священником Успенского кафедрального собора Будапешта. Вместе с владыкой Марком мы продолжим открывать для вас православную Венгрию, удивительную страну, оставившую яркий след в самом сокровенном уголке русской души. Оставил Венгрию и Будапешт. Я думал, что на этом моя миссия и служение в Будапеште и Венгрии закончится. Конечно, я за эти годы, за 6 лет служения полюбил всех вас, полюбил этот храм, и не только этот храм, но и многие другие храмы Венгрии. Я приезжал сюда не часто, но приезжал с радостью. И вот казалось, что моя миссия закончена в Венгрии, и все. Служение мое в качестве епископа осталось в прошлом, в аналах истории. Но неожиданно для меня Святейший Патриарх и Синод приняли решение вернуть меня, дать мне также вновь Будапештскую венгерскую епархию. Я приехал сюда сегодня для того, чтобы помолиться вместе с вами, для того, чтобы принять дела правящего архиерея. Хотел бы просить всех вас молитв и вашего содействия мне в моем архиерейском служении здесь, в Будапеште. Со своей стороны буду стараться трудиться во славу Божию, на благо венгерскому православию, на благо всем православным в Венгрии. Рад видеть всех вас, всех тех, кого я знаю, кого помню.
Abba люблю. Örömmel látok itt mindenkit, embereket, akikre emlékszem, akiket kedvelek, szeretek. Благословение Господне и милость Божия да пребывает со всеми нами. С воскресным днем, дорогие братья и сестры! Праздник!